У женщин хорошо развит хватательный рефлекс. Им постоянно нужно что-то теребить в руках, будь то сумочка, веер или цветок, неважно. Я полагаю, вы придумаете, чем занять их руки. Плюс один к интеллекту. Именно гормон пролактин объясняет любовь матери к своему чаду. Он выделяется в основном при родах, и без него ваши родители выкинули бы вас в ближайшую урну. Плюс один к интеллекту. Женщины в 3-6 раз реже совершают самоубийство, хотя по статистике в 10 раз чаще совершают попытки суицида. Господи, они даже убить себя не могут! Плюс один к интеллекту. По статистике уровень IQ женщины гораздо выше, чем у мужчины, но будем честны, вы знаете хоть одну умную женщину? Лично я нет. Плюс один к интеллекту. И самый важный факт, женщина не человек, в метафорическом смысле, конечно.